Дочь за воротник приняла решение, не вернется к больной матери. Она рассказала о планах на поездку в Европу. Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась своими планами на ближайшее время, из которых следует, что она не скоро встретится со своей тяжело больной матерью. Несколько недель назад она после очередного визита уехала из России к мужу, который живет и работает в Эмиратах. Сегодня стало известно, где пара проведет отпуск, запланированный на следующий месяц. Дочь Анны рассказала о том, что собирает документы для оформления шенгенской визы для поездки в Испанию. Одновременно с поиском нужных справок она выбирает отель, где проведет с мужем романтический отпуск. Это одна из моих самых любимых частей путешествия. Обожаю подбирать уютные и эстетичные отели, ведь это огромная составляющая отдыха. Надеюсь, Настя поправится.